Чтоб все потухло. В технологии керамики весьма важной стадией является взвешивание, так как именно на ней происходит дозирование компонентов. Лучше бы вы торт сняли, который мы вас угощаем. Спасибо. Ну, походу он целый почти. Вот, главное правильно дозировать. Ну, вот, дозирование происходит на технических весах с точностью до сотых. Мне на 20 грамм, на 20 грамм меньше, чем Коля положили. Так Коля староста, у него должность. Ну, сырьевых упаковка материалов. Не очень качественная. Упаковка достаточно мягкая. В зависимости, вот, в зависимости от того, насколько. В общем, ты сам, по идее, у тебя должно быть грамм 30-35. Судя по размерам заработной платы, Катя ближе к начальству. Катя зам. Я подмазываю. Катя зам? Нет, просто рабочие бывают больше получают, чем начальство. Да. Ну, это как раз, наверное, этот случай. Что он достал? Спасибо! Да, в общем, очень вкусно все было. По вкусу напоминает... Напоминает торт, но очень. С нотками вишни. Можно запить? Можно. Ой. Да. Не О, а ноль. Точно. Совсем забыл уже. Правильно. Пятый год, как уже в школе не учился. Весовой завод Тюменского совнаркоза представляет весы для взвешивания материалов. Максимально весовая нагрузка порядка 10 килограмм. Минимальная 100 грамм. Заказывайте эти весы у нас, и уже через пару лет вам доставят их из музеев и университетов, которые им пользуются. Весы Тюменского совнархоза. Покупайте. Надежность и качество. А вот вам не одна штучка. Здравствуйте, я раньше жил, мне было все очень плохо, но однажды я купил себе весы. Вот такие вот. И стало все хорошо. Покупайте весы. Это жюри, которое оценивает работу специалистов. Итак, мнение жюри. Кто победил? Скажите. Оценки ставьте. Кто? Они сошли с ума. Оценка 1 балл. А 1 балл? Ноль. Анна Леонидовна, ну, ваша оценка? Ноль. Нам, смотри, Аня, нам надо определить. В итоге у вас в сумме 1 балл. Из 30. Я хочу сказать спасибо моим родителям, всей кафедре за то, подождите, что... вы же понимаете, что вы заняли последнее место? Вы набрали 1 балл из 30 возможно. Да, я раньше столько никогда не набирал баллов, поэтому я очень благодарен всем, кто меня знает, и даю привет бабушке, тете, соседке и собаке своей. Не слушайте его больше. У вас же нет собаки, у вас кошка. Ну да. Это второй выпуск передачи «Преподавателей воры». Да. Сегодня у нас в гостях Бездна согласился дать интервью злочник Николай Николаевич. Он расскажет историю про то, как у него крали ручки. Да, пожалуйста, расскажите. Здравствуйте. С чего все началось, расскажите, пожалуйста. Я очень люблю писать, постоянно пишу что-нибудь. Вы мне рассказывали, что у вас большая коллекция ручек. У меня большущая коллекция ручек, и каждая из них уникальна. Ну, приблизительно 200 лет до нашей эры у меня была ручка, я часто писал на ней. Сделанная из слоновой кости. Слоновой кости ацтека. Вот. И однажды я писал ей, меня любезно попросил, что-то мне хотел поправить. Поправить. Он мне хотел вычисление. Он мне это поправил. Взял мою ручку и быстренько убежал. То есть оперативно. Я так понимаю, так, и не вернул? Да, больше я ручку свою не видел. Я слышал, на районах иногда так с телефонами попросят позвонить, а потом... Да. А если бы я ему не дал, он бы, скорее всего, бы мне ногой в лицо. А еще ходят слухи, что мы просто одалживаем кому-то ручки и... Да, есть один парень у нас в группе. Я ему как-то раз 20 одалживал ручку. Ой, извините, мне пора идти.